Всем привет! Я снова залетаю сюда сегодня с 20 тыщенками, да, чтобы их поднять. Опять смотрю, что из этого получится. Также напоминаю, не забывайте подписаться на мой канал, ставить лайки. Вот, погнали! Сегодня я хочу попробовать себя в Мониевилл. Да, хочу сегодня именно тут. Посмотрим, поставочки 100 залетаю. Посмотрим, что даст этот барабанчик. Вот. И снова x0. И жду. Кручу еще. Понятно. Удваиваю ставочку. И пробую дальше. И что же он дает? И снова x0. Опять он не дает ничего. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Как я заметила, или как, естественно, заметили вы, если смотрите регулярно мои, особенно последние видео. Последние видео с моими играми. Вот, да, сижу я теперь. Каждое видео только x5 есть. Здорово, косарик. 1000 поймала, да, супер. Все-таки вымучила, все-таки что-то выловила. Да, вот. На чем я остановилась, уже не помню. Уже забыла. Да, то, что я теперь каждое видео снимаю только по одной игре. Мне почему-то так хочется. Вот не знаю почему. Да, и неплохо дает, кстати. x0 опять. Посмотрим, что получится здесь. И снова x0. И снова то же самое. Ничего, в принципе, интересного пока не происходит. Но главное набраться терпения. Меняю ставочку, умножаю еще на 2. И пусто, да. Не густо. Что-то, похоже, тут это не работает. Ну, хотя еще прошло совсем немного времени. Еще немного времени прошло. И наблюдаем. Да ладно, что ты? Ну, дай же уже, дай, а. Не вредничай. Ох-ох-ох. Теперь меняю ставочку, опять удваиваю. И снова смотрим, ждем. И снова по нулям. Есть x50, 40 косарей. Я поймала 40 косарей. 55 косарей на балике. Что творится? Ну я же знала, да, что так и будет. Блин, это супер, честно, ребят. У меня нет слов. У меня просто тупо нет слов. Сейчас я ставочку до 400 и просто попробую покрутить еще, посмотреть. Есть игдушечка, еще 800 рублей, Это просто класс, это просто супер. Жара началась. Пошла жара. x0, так, сколько у меня ставка-то? 400, да. Попробую еще уменьшить на 200. Чтобы не прокакать все это.
Ну, x0. Ну, я думаю, достаточно, да. Вот на этом я остановлюсь. Это просто, я думаю, заслуживает лайка. Я думаю, заслуживает подписки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить что-то интересное. А также жду от вас лайков. Всем пока, удачи в играх.